О, зато камень пришел вместо коза. Чего все козу берут? Ну, я свою любимую ворона, пожалуй, возьму. И гоу. Дракона. Ну, прикольный состав. Два железа, три камня. Ну, вот запомним, что синий у нас древесина. Так, давайте я включусь. Вот сейчас экшен начинается. Ну, с доктором, например, вот человек не слишком много. Докторс я играл, это сильный чувак. Так, значит, карта Рагнарёк. ФФА на шестерых. Поехал экшен. Пипега танцует. Я не в ту сторону посмотрел. Вот тут Пипега у нас. Так, сейчас мы будем стратежить. Давайте я открою окошечко, чтоб солнышко в меня светило. Так, что-то долго мы загружаемся. Но в отличие от Старкрафта или Варика, здесь не такой экшен. То есть это как раз стратегия для любителей пошаговых стратегий. Это real-time, я Норсгард называю real-time стратегии для тех, кто играет в пошаговые. Потому что, например, вот Age of Empires для меня слишком быстрая. То есть я там настолько медленный просто, вообще трындец. Так, давайте посмотрим, как у меня камера расположена. Давайте, наверное, чуть повыше так сделаю. Вот, вот тут нормально будет. Понеслась. Так, значит, для клана Ворона важно найти берега. Так сказать, не попутать берега. И я вижу, что... Ладно, давайте тут исследуем. У меня еще два берега как минимум есть. Это, то есть... В будущем потенциально три гавани. Это шесть счастья. Игра громкая. Раз, два, три. Мне вроде показывает норм. Ну, давайте чуть меньше сделаем. Посмотрим, как сейчас будет. Так, исследуем тут. Здесь прохода нету, давайте эту клеточку исследуем. Что у нас по клеткам? Вот эту можно уже колонизировать. Мне бы еще на берегу, чтобы было кораблекрушение, вообще будет зашибись. Эх, нет, о, зато три овцы, это неплохо. Кораблекрушение, конечно, получше немного, потому что там куча дерева, вы сразу можете гавани строить. Но и три овцы позволят нам немножко подзабить на здание, на еду. А просто резать овец. Два оленя, если что. Три, четыре, отлично. Неплохой старт, мне нравится. Давайте, наверное, отправим двоих уже лес добывать. Так, мне бы еще, чтобы какая-нибудь клетка с лесом была. Вот что мне еще надо. Так, у нас вот здесь кто? Эльфы. Ух ты. Валькирия. Ну, вот это хорошая клетка на плюс 10 к силе юнитам. Древнее место силы плюс 10 к атаке всем бойцам, когда она будет под моим контролем. Но Валькирия сильная чувиха. Больновато будет бить. Так, мне нужна клетка с лесом и нужна еще желательно клетка с камнем. Вот тут рядом где-то, чтобы это все было. Сейчас, кстати, игра не громкая, нормально. Так, я думаю, сейчас мы вот эту клетку откроем. И, а может центр карты попробовать найти? Но у меня что-то сомнение, что он где-то тут близко будет. Потому что центр карты это плюс 50 к славе. Быстрое развитие все-таки. Ну, сейчас глянем, если вот тут что-то может быть. Нет, сомневаюсь. Сомневаюсь. Ладно, открываем руинки. Это деньги и... деньги и наука. Распределяем овец. Напоминаю, что клетка
Если на клетке находится овца, то зимой тут будет меньше употребления дерева от зданий. Ой, а что это я? Ну ладно. Что я с гавани начал? Сейчас построю военный лагерь. Мне вообще надо зачищать клетки, чтобы волки ко мне. Ну тут всего, кстати, еще повезло, что с клетками, с волками. Всего две клетки. Тут и тут я их быстро зачищу. Нормально. Старт хороший. Старт мне нравится. Значит, у нас... Вот уже рядом я вижу медведя с одной стороны. Надо узнать еще, кто с другой. Но это камень. Это по рейтингу был игрок камень. Ладно, не буду я центр карты искать пока. О, уже волк один прибежал. Сейчас я юниты сделаю тут. Военные. О, уже нашли. Не, далековато был. Далековато был вулкан. Нормально. Меня устраивает. Должен успеть до того, как... Да, да, успею. Ну, вот жалко, хотелось бы, конечно, клетки зачистить до того, как волки уже прибегут, потому что сейчас я получу ранение юнитом. Но, по идее, даже с ранением я должен эти две клетки на два волка зачистить. Так, поехали этого убивать. Даже забирать сразу это место у нас. Благодаря руинам вот этим древним куча денег. А так как я ворон, то могу колонизировать за деньги, в отличие от других кланов. Так, ну должен убить. Так, обо что мы теперь убьемся? Наверное, об этих драугров. Блин, ну тут хотя... Тут логово драугров, тут будут новые появляться. Вообще, можно сейчас, знаете, ломануть в берсерка. И, в принципе, берсерк этих двоих драугров завалит. Тем более, что один будет раненый. Но сначала ставим добычу оленей. Да, единственное, мне что жалко, нету дерева рядом. Вот будет небольшая проблемка с деревом всю игру. Может, мне сначала добычу дерева поставить? Давайте добычу дерева здесь. То есть я хочу добычу железа, 15 железа, ну, для того, чтобы быстрее купить берсерка. Пока вот до аж следующей зимы. Вот эта зима будет, а потом еще одна зима. Тут не будет появляться новых драугров, и мы, в принципе, можем зачистить эту территорию. Так, сейчас мне надо будет дом построить тоже здесь, потом добычу железа. Видите, у меня уже скоро нехватка населения настанет. Но сначала добычу дерева. Еще два. Ну, для ворона вообще желательно быстрее строить гавани, конечно. Но тут я немножко... Извините, я сейчас поставлю добычу железа. Добуду 5 железа, а потом, может быть, переброшу этих шахтеров как раз в гавани. Ну и плюс мне надо тут быстрее железо... Видите, у меня тут 4 здания вместимость. Я сейчас поставлю добычу железа, и у меня тут гавань уже некуда будет ставить. Поэтому мне надо добыть это железо, чтобы в будущем гавань тут была. Пока я вторую гавань тут поставлю, тут железо надо будет добыть. Ну, в принципе, у меня хватает человек. Вот как раз, видите, я построил здание, когда до лимита дошел. Мне хватает человек для
и добычи железа, и для того, чтобы в гавань кого-то посадить. У меня вот рождаются уже три поселянина, двоих я сейчас на добычу железа, и четвертый родится, они пойдут в гавань. Минус 6 еды зимой, но мне не страшно, что у меня трое овец, я их буду резать. Каждая дает 80 еды. А они, слушайте, появляются драугры, блин. С тремя драуграми уже не так весело. Может, надо было поспешить. Ну, просто вот тут будут появляться постоянно драугры, все больше и больше и больше. И не очень приятно, когда они нападают на, начнут. А если я захвачу эту территорию, то она мне даст так. У меня, походу, красный с другой стороны. Это кто? Это дракон. Значит, у меня, меня окружают два камня, дракон и медведь. А когда я захвачу эту территорию, это 50 славы и железа дополнительно. Так, гавань ставим. Следующее, наверное, надо будет склад здесь сделать. Почему гавань обычно за ворона быстрее ставит, чем я сейчас? Это все-таки и деньги, и наука. Я позволил себе немножко отложить, потому что я деньги и науку взял в руинке. Ну, к тому же гавани потом счастье будет давать, когда мы откроем вот диковинные товары. Плюс один счастье за каждую гавань, плюс два, к счастью, за улучшенную гавань. Так, можем нанимать берсерка. Я, пожалуй, все-таки добываю здесь полностью железо. Сейчас попробую, лето настанет, посмотрим, сможет ли он с этими двумя с половиной драуграми справиться. Так, ну и одну овечку уже зарежем. Немножко подлагивает, кстати, игра, по ощущению. Тебе животных не жалко резать? Но это ж цифровые животные. Вы же понимаете, что это набор цифр, единичек и нулей. Так, давайте начнем исследовать территорию. Тоже способность клана Ворона. За 10 монет гавань исследует одну территорию на берегу. И так постепенно мы можем весь берег исследовать. Склад построим. Мне бы где-то... О, тут уже оранжевый. Слушайте, может мне забрать эту территорию? Я, в принципе, могу здесь башню поставить, чтобы оранжевый не лез. Но он, по-моему, не исследовал эту территорию. Так, вот ничего дела. Давайте здесь башню. Так. Пока не нападаю, я жду. Так, у меня минус 7, но я еще одну режу овцу. То есть я пока делаю упор не на деньги, а на вот добычу всех этих ресурсов. Благодаря тому, что у меня 3 овцы есть, я могу пока на добычу еды немножко подзабить. Так, здесь все добыли. Я вот думаю, строить уже гавань. Да, давайте, наверное, уже гавань построю. Просто она пока не будет работать у меня, я сюда никого не буду отправлять. Но скоро я уже диковинные товары открою, это плюс 3 счастья. Все-таки. Так, давайте нападем. Видите, эти далеко, поэтому я хочу быстренько попробовать этого убить, пока эти двое добегут. Иначе очень большой урон получим. Все, уходим пока. По-моему, драугры как раз зимой и появляются. То есть мне надо сейчас дождаться момента, когда драугр будет где-то отдельно находиться. Давайте, наверное, вот здесь камень добудем. Вот я исследовал территорию, открыл зеленого и красного. У красного так много славы, потому что он... По-моему, это он открыл центр карты.
если мне не изменяет память, и, собственно, 50 славы получу. Хочу здесь именно добыть камень в начале, потому что это граница с оранжевым, чтобы он решит напасть на меня. О, вот теперь можно, кстати, вот на этого напасть. Видите, пока тот добежит. Отойдем. Два драугра, когда бьют, это больно. А по одному так. И мне бы где-то лечебницу сделать. Ну вот на самом деле ее вот тут желательно организовать. Но тут еще надо камень добыть. Вот в чем дело. Ладно, все равно тут лечебницу построим уже. И, возможно, пока достаточно мне дерева. Так, опять этот отдельно добьем. Так, наверное, можно сейчас уже убивать драугров. Я думаю, что я... О, как раз нормально. Должно хватить сил. Давай, давай. Мы в тебя верим, воевода. Это хорошо у меня получилось. Зачищено. Отсюда могут только эти нападать гоблины. В принципе, не знаю, стоит ли мне тут... Ну, наверное, поставлю башню тоже. Так, счастье привалило. И больше жителей стало, потому что я стал таном. Давайте в лечение отправим ребят и построим еще оленеводов. Открыли еще кланы. Продолжаем открывать. Минус 8. Режем овцу. Ну, иногда, конечно, может быть, стоило овец оставить на зиму, на метель. Но обычно у меня с метелью проблем не бывает. А почему мне в Норгард не поиграть? В Норгард играю, потому что спонсоры проголосовали так. Ну да. Обычно бот, когда там человек больше полутысячи общаются, тогда да, бот не так часто пишет. Ну, что сделать? Так, апгрейдим ратушу. Сейчас надо в дальнейшем апгрейдить. Где кто напал? Ой. Блин, я забыл, что эти сейчас вылезут. Немножко подзабыл про них. Так, надо лечить сначала горняка. Что это минус 20% к добыче. Сколько тут еще камня? 22. 30. Так, наверное, все-таки стоит этих ребят в добычу еды. Мне пока дерева хватает. Надо будет потом вот с этой чувихой разбираться. Тоже хорошая клетка. Апаем гавань, потому что она счастье дает. У меня, видите, два счастья до 19. На самом деле мне еще одно счастье надо, потому что... Ну-ка посмотрим. Мне кажется, воевода не может убить валькирию один на один, но я попробую. Мне еще надо будет одно счастье, потому что будет сейчас нищета. Да, видите, нужны дома получше. Но дома я не хочу улучшать. Да, один на один он фигово стоит. Ну, сейчас мы полечим его и вернемся добить. Исследовать территорию.
Что вообще у нас тут, как что? Ну, нормально. По славе я даже второй уже. По науке, ну, 9%. Я думаю, что синий, так как синий у нас дерево по рейтингу, то он необдуманно начал камни... обрабатывать камни с наукой, ну, вот эти. Тут плюс 20%, да, не, плюс 10% дают мудрецы. Аж двое, типа, много науки, но... Если ты не построил экономику и начинаешь ими заниматься, то потом к тебе приходит сосед и объясняет, что так не стоит играть. Острые топоры дают больше дерева. То есть я, видите, пока благодаря этому акцент делаю на добыче еды, а не на добыче дерева. Дерева мне и так достаточно. И апаем еще одну гавань. Все, вот пока до 21, вот это начальный этап развития ворона, 21 житель, все счастье, пока вот на этом и остановимся. Давайте добьем. Дальше надо исследованиями заниматься. Тут поставим башню, тут, наверное, еще можно башню поставить. Надо апнуть еще на еду здание. И просто волки, скорее всего, могут быть. Но это вот хорошее. Плюс 10 к силе – это отличное место. А я еще и 50 славы за него получил, кстати. Походу, исследовали территорию. Тут поставим башню. Я бы еще тут поставил, чтобы себя по периметру точно защитить. Сначала подожду, надо проапгрейдить добычу оленей. Сколько тут еще камня? 5. Ну, вообще еще надо поставить апгрейд юнитов, то есть этот кузницу, что у меня сейчас 15 железа есть. Со спонсорами скрывается от зрителей. И с ботом, да. Мы с ботом. У меня в сообществе отдельно просто могу делать сообщения чисто для спонсоров. И там они отвечают. Вот и все. Я могу показать вам. Сейчас доиграю. Покажу это, как выглядит. Просто это сообщение видят только спонсоры. Это на YouTube так сделано. Так, ну что у нас? 7 территорий. Я да, уже на первом месте по славе даже. Так, все. Давайте мы их в добычу дерева отправим. Ага, здесь камень добыли. Возвращаемся. Надо просто тут тоже сейчас поставить добычу камня. Башню поставили. Мореходы области исследовали. Тут вот у нас эльфы, и они будут периодически набегать. И они очень больно бьются, если они на меня будут набегать, то они будут набегать только вот на эту территорию. Кстати, я могу вот здесь поставить берсерка своего воеводу, чтобы он сразу бил. Потому что когда заходишь в территорию, там лаг на 1 секунду есть, ну чуть меньше секунды, когда юнит не может бить того, кто находится на этой территории. А тот, кто находится здесь, может бить сразу. Поэтому ты можешь как минимум дополнительный удар сделать изначально. Так, давайте добывать здесь камень. Что нам тут еще склад надо поставить. Блин, минус 9 к еде пошло. Давайте вернем нескольких лесорубов. Блин, что-то реально как-то... Еды мало. А скоро лето начнется? Лето скоро начнется, в принципе. Можно потерпеть немного. Немного потерпим. Так, камень и железо у меня пока есть, но я все равно должен этот камень добыть, чтобы тут место освободилось для постройки склада.
Добываем камень, дальше добываем дерево. Так, нормально все. 4-4. Надо апгрейдить вот эту добычу оленей, а потом поставим... Потом, наверное, проапгрейдим все-таки еще добычу камня. Не камня, дерево камня нельзя апгрейдить. А потом поставим кузню, чтобы улучшить инструменты. Я тут взял умелую разработку, это дает на 30% больше руды. И камня, и железа. Это пригодится. Улучшенная сторожка охотника позволит дополнительного чувака туда посадить. Так их два, станет три. И плюс еще увеличивает бонус к производству на 20%. То есть решу проблемы с едой. Видите, еще не всю территорию исследовали мои мореходы. Начал опережать по славе. Бобиус. Ух ты. Оранжевый взял завоеватель. То есть оранжевый будет нападать. Вопрос, на меня или на зеленого другой. Но оранжевый будет нападать, а это значит, что желательно бы построить военные лагеря. Но пока я не думаю, что на 802 год можно напасть вменяемо. Но я бы хотел исследовать территорию оранжевого на самом деле. Так, давайте кузню поставлю. И улучшим добычу дерева. На самом деле, в будущем я вот этой одной будочкой обойдусь. Пока мне надо куча дерево для апгрейдов. Еще камня 20. Так я и начинал стримить на Твиче именно. Просто когда на Ютубе появилась возможность стримить, зачем плодить сущности? Ребят, посмотрите, как слово чересчур пишется, пожалуйста. То через какой-то чур. Так, значит, улучшим сначала мореходов. Потом ставлю в очередь охотников. Потом лесорубов. Дальше, наверное, знахарей. Так. Так, камень добывается. Надо апгрейдить. Ну, давайте, наверное, проапгрейджу домик и гавань. Вот вам три счастья. 24. О, этот год ожидается холодным. Так. Надо быстрее улучшать сторожку охотника, иначе мы без еды останемся. Так, давайте мы вот этих ребят уже в добычу еды переведем, что у меня трех... Ну, у меня дофига дерева. Мне надо построить, собственно, склад, это 100 дерева, и улучшить... О, сторожку охотника я прямо сейчас улучшу. Это 80 дерева. До конца зимы дофига мореходов улучшили. То есть, чтобы метель пережить, вам надо 200 дерева, 200 еды вот на этом этапе. Если у вас будет перед началом зимы 200 еды и 200 дерева, с
смысле, закрыла скалами. Вот у меня, вот тут нападение, и вот тут нападение. Вот так вот обычно всех закрывают. О, тут красный уже с Мишкой разбирается. Блин, и он уже, видите, тоже меня закрыл. Сейчас, кстати, эльфы будут только на красного нападать. Он прокачается довольно сильно на них. Свою силу. Меня, на самом деле, больше беспокоит красный, чем оранжевый. Потому что если красному дать развиться, то его вот эти ребята, они очень-очень сильные. Так. Оленеводов усилили. Ну, плюс 14, нормально. Мне нравится. Может даже поставить тут башню и добычу железа организовать. Тут три камня осталось. Переведем сюда шахтеров, пускай железо добывают. И башню, потому что тут... Вот это явно гоблины, я думаю. Они могут набегать периодически. Вообще, я бы еще, конечно, апнул... сторожку эту, лагерь разведчиков, и во время метели я бы разведывал территорию. Все, добыто. Ставим тут склад. Лесорубы улучшены. Так, ну мне мое развитие нравится. Я так себя немножко комфортно ощущаю. Осталось военных лагерей, чтобы так на юнитов на 8, на 10, на 12 построить. И будет вообще зашибись. Так, 200 еды я уже добыл. Давайте бросим на добычу дерева. Так, и в очередь поставим улучшать дружину. Дружина стоит 10 железа. И она дольше улучшается, но ее надо улучшить. Давайте, наверное, апну лагерь разведчиков. Он 40 дерева стоит. Я думаю, это восстановится. Так, сюда. Еду добывать. Как раз три поселянина у меня, я отправлю их на исследование. Да, ну я апну, когда зима настанет. Я, собственно, апну и сразу отправлю исследовать территорию. Потому что исследование — это не просто инфа даже. Для ворона это тоже счастье. Вот здесь у нас в странниках увеличивает счастье в зависимости от исследованных областей. Чем больше я областей знаю в итоге, тем больше я получаю счастье, и тем больше у меня жителей. Пока все у меня ровненько. Видите, 24 из 24, 0 счастья. То есть мне больше жителей и не надо. Я пока их и не могу. Конечно, могу пивоварню построить, но зачем? Ну что, наступает зима, отправляем скаутов узнавать, что там в мире происходит. В первую очередь давайте вот тут откроем и оранжевого откроем. Сколько у меня еще на берегу, еще, наверное, области 4 не открыто. Кстати, я сейчас счастье получу. Да, как раз странников открою. Значит, надо дома строить. Давайте вот этих ребят. Блин, все везде открывается. Где мы дом построим? Вот здесь давайте дом. Да, приветствую всех фолловеров новых.
какого Мьёльнира мы на Твиче забыли, Алексей? Не знаю, что вы забыли на Твиче, без понятия. Что вы забыли на Твиче? Вам не нравится мой стрим смотреть, да? Так, видите, минус 28, минус 22 во время метели. Это нормально. Это нормально, пока живем. Я же даже, видите, буду сейчас здание строить. То есть настолько уверен, что мне дерева хватит. Еды, может, не хватит немного, но эту неприятность мы переживем. А, тут все-таки йотуны оказались. Так, тут два волка. Ну, вот это можно зачистить, кстати, захватить. Тем более тут, видите, руины. В общем, мне надо полностью открыть оранжевого и полностью открыть красного. Смотреть, кто к чему готовится. Все, мы все побережье исследовали. Видите, недоступно больше. Ну, в принципе, нормально. Выдержал я эту зиму. Так, что у оранжевого? Два военных лагеря, три. Ну, три военных лагеря — это пока не атака. Построю. Так, тоже прекратил. О, все, уже все улучшилось. Ну, давайте выковать. А, у меня нету дерева. Реликвию думал выковать. Ладно, возвращаемся. Так, один уже нездоровый есть, чувак. Два нездоровых. Ну, ничего. Это мы переживем. Даже не хочу возвращать обратно скаутов. Давайте даже апнем лекарей, чтобы быстрее все вылечило. Что по славе? Там серый и синий. Ну, серым понятно, это все-таки этот олень. Надеюсь, зеленый что-нибудь с ним сделает потом. Проблема с оленем в том, что у него сила воинов как раз от славы зависит. Так, значит, что тут у оранжевого? Раз военный лагерь, два, три, четыре, пять. Ага, у него уже на 10 юнитов, если что, лагерей. Так что мне тоже надо... И вон оранжевый меня исследует. Понял. Я тебя понял. Так, на 10 юнитов больше нету лагерей. У оранжевого юнитов на 10. Все, лекари всех вылечили. Давайте еще подобываем дерево. Сейчас надо поапгрейдить здание. А, даже не поапгрейдить, мне надо этого... Реликвию выковать. Эльдхрумнир. Я не буду апгрейдить кузню, честно говоря. Дальше пойдем. Красного исследуем. Почти всех написавших встречаю наездом. То есть один человек написал. Так, начинаются баны и репрессии. Заблокировать. Ей. О, вулкан скоро упадет. Упадут камни, это здорово, кстати. Мне не помешает. Так, мне
метателей топоров. И давайте на всякий случай. А что у меня тут все раненые? Что-то оранжевого все раненые. Он, походу, метель не пережил. Надо апнуть на всякий случай башни, которые в сторону оранжевого и красного. Так, а что у красного с армией? А у красного с армией только один юнит. Так, надо на красного нападать. Сейчас мы добудем камень, который упадет. Знаете, давайте как не будем строить, оставим одну. У красного нету армии. Это значит что? Что он беззащитен. Может еще одну. Давайте еще одну тут построим. Все дома получше. Давайте улучшим какой-нибудь дом. Этого хватит. Еще три жителя, пять счастья. Нормально. Берем оружейника. О, еще счастье. Надо все-таки дом еще один строить. Так, сейчас попадают камни. Буду надеяться, что они упадут на территорию, где у меня не заполнено. Но это редко такое бывает. Придется какие-то здания удалять, скорее всего. Очень не хочется этого. Но, с другой стороны, у меня дерева много. Я их потом быстро восстановлю. Так, куда падают? О, тут вообще удачно. Пока дом убираем. Ставим шахту. Вот здесь тоже удачно. Тут можно военный лагерь убрать пока. Камень добываем. Ну и здесь можно этот убрать. Дом лесоруба. Не так уж и нужен здесь. 10 юнитов, если вдруг кто-то сейчас решит напасть во время камнепада этого выше крыши. Отбиться. Если я этот камень весь не добуду, то из них появляются големы. Сейчас я найду, есть они где-нибудь на карте. Вот, вот такие. Очень больно бьются и очень тяжело их убить. Поэтому камень лучше добыть, тем более, что он полезен в апгрейде и вообще. Камень лишним не будет никогда. Так, давайте на всякий случай здесь улучшим башню. Мне бы хотелось, чтобы оранжевый на зеленого нападал, а я в это время на красного нападу. Блин, а там у серого уже 800 славы, а мне до него не добраться. Вообще никак. Может там оранжевый как раз с серым что-нибудь может сделать. Ну, доктор сильный игрок, это железо все-таки. Славу от счастья сила атаки. А, от счастья сила атаки. Разве от счастья? Давно я уже за оленей не играл.
Так, закончили. Дом надо все-таки построить. Строим дом. Где еще тут закончили? Строим военный лагерь. Кстати, я сейчас, наверное, за счет этих камней именно военные лагеря улучшу. Слушайте, давайте этих ребят вообще... У меня как раз сила юнитов от денег зависит, поэтому... Чем больше денег, тем лучше. Вообще, я бы еще, наверное... А у меня... А, вот у меня... Вот я место это для реликвии оставлю. Эльдхрум Хнир там. О, оранжевый решил не добывать вообще камень. Типа нафиг надо, да? Лучше повоевать. Он, может, решил прокачать завоевателя, конечно. Я просто думаю, кого мне лучше апать. Склады или... Ну, я бы и склады улучшил, и... Учебные лагеря. Каждый учебный лагерь это все-таки плюс 5% к силе. Ну и плюс 1 к вместимости. Так, сколько они... Эльдхрумхнир дает плюс 40% к бонусу пира и минус 50% к его цене. Поэтому я и сейчас пиры пока не использую. Когда я открою еще улучшенное снаряжение, увеличивает силу ваших бойцов на 2. То есть у меня будет где-то сила 17-18 у моих юнитов. Они уже улучшены. То есть вообще будет весело. Кстати, еще никто реликвию не выковал. Что странно. Я, походу, первый буду. Ну и запущу я ее летом, конечно. Так, это можно возвращаться. Тут я возьму, наверное, шубы. Чтобы и зимой себя чувствовать хорошо. О, красный выковал. Волк, так я думал, что отсюда волки не нападают? Две штуки только сейчас решил напасть. Блин, мореходы павшие. Ну, здесь сначала с ними надо будет разобраться, а потом уже еще раз проверяем красного. О, у него уже три юнита, да? Он пошел убивать. Так, раз. Не понял, а где у него вообще юниты? Почему у него три юнита? Я вижу только одна у него. Как это, алтарь драконидов. Что, слепой? А, вот второй. А третий тогда где? А третий, наверное... Нет, третий должен быть. Что-то странное это. Ладно. Устраиваем пир. 1300 у нас влазит. Где красный поставил? Здесь. Он, кстати, может быть, удалил как раз... Ну, с тремя драконидами я справлюсь. У меня вопрос только к... Тут четыре эльфа. Вопрос только к оранжевому. И решит ли оранжевый на меня напасть, пока я нападаю на красного?
Что-то там Синий пытается, по-моему, с Серым договориться о чем-то. Блин, у меня еды дофига теперь. Собственно, как и золото. Ладно. Пришло время. Сейчас убьем этих, полечимся быстро и бегим к дракониду. Беру завоевателя, беру улучшенное снаряжение, все вылечено. Ну не, ну 15 силой, 18 силой. Это г... Ой, тут еще и он раненый полностью весь. Пожалуй, убегу. Блин, откуда он их делает? Я не пойму, где у него место. Я что, слепой? Я не понимаю. Один? Это какой-то глюк или что? Почему он может их столько сделать? Но все равно это не поможет ему, правда. Сколько у него? Раз, два... Три. Нет, раз, два, три, четыре, пять, семь. Где он их семь надел? Где у него места? Еще одного делает. Что это за хрень? Не будет нападать. Ладно, я пойду тогда эльфов добью, которых он не добил. Вот зря он, кстати, влез. Видите, просто уничтожены. Еще и кровавая баня вовремя. Это зачем он туда драконидами пришел ко мне? Стоял он тут, хорошо стоял в обороне, потерял фиговую, ну, болото. Нафиг никому не нужная территория. Я понимаю, что у меня, конечно, было 15 юнитов, стало 5. Но красный просто уничтожен. Бежит еще. Тут я, пожалуй, отступлю пока. Сейчас еще надеву. Все, все, прогнал меня, молодец. В это время у оленя уже 1000. Блин. Ну, смотрите, серый там выносит синего уже. Я ничего не могу сделать. Так, так, так. Чем у меня дерево дофига. Так, поехали. Так сделаем, да и этих сделаем воинов. Вот обратно, обратно территорию присоединил.
А зачем? Это... О, одного юнита мне все-таки убило. Зато кровавую баню имею. Блин, вот нахрена зеленый на оранжевого напал? Ну, вот это случай, ну я думаю, что я уже проиграл ФФА, это серому. Тот случай, когда люди не понимают, на кого надо нападать. То есть зачем, вот зачем зеленый нападал на оранжевого? Ты не видишь карту, ничего, что где происходит? Примается оранжевый. Все, проигрыш. А, красный сдался. Так, могу ли я как-то к серому? Так, он тут территории захватывает. Давайте йотунов убьем. Может мне попробовать, конечно, славы, но, блин, он уже территории захватывает, видите? Ему, наверное, только алтарь осталось построить, мне такое ощущение. Переключу тут на славу. Ну, все, алтарь канунгов уже. Чего ему не хватает? Это ему все-таки, видимо, каких-то территорий не хватает. Ну, блин, я думаю, что там с едой все зашибись. Давайте убьем йотунов. Такие подлагивания, как будто уже, знаете, конец игры. Так, надо территорию к серому исследовать. Главное, прохода от красного нету. Вот еще сволочь красный сдался. Вот синий... серый синего захватил и за счет этого получил славу. А у меня красный сдался, я за это славу не получил, получается. Вот такая справедливость. Еще такие территории у меня тяжелые для прохода. Так, да, пожалуй, не хочу юниты терять. Блин. Очень далеко серый от меня. Ну, блин, ну... А, вот его территория хоть какая-то. Да, я вообще не могу просто туда долезть. Просто как-то без шансов. Через эту территорию. Тут хоть пусто.
Ну, то есть серый уже, видите, набрал 1200 очков. Ему только территорию не хватает. Только не хватает территории. Что сейчас будет? Нападение крыс? Он там стоит с юнитами. Волк какой-то один. Я думаю, что сейчас прибежит каким-нибудь какой-то армии. Я не думаю, что ему там синий сильно сопротивлялся. Дед, я атаковал, но умер, типа. Ну, если я хоть одну область захвачу, это уже будет... Нет, все. Так, надо еще армию делать. У меня слишком мало юнитов. Пока я пробивался к этому. Хрен дойдешь, называется. Просто, ну, это ФФА, к сожалению. ФФА вот... Вот такое. Так, сколько? 6 воинов. Будет еще 9, да? Ну, 15. 15, нормально. Да ладно, еще зеленый сдался просто. Вот это воля к победе. Тем не менее, у меня юниты сильные. 19. А, блин, и у этого 19. А я имею штраф к атаке. Там. Блин, ну мне надо с этой стороны пробраться, получается. Микроконтроль, куда ты полез? Нет! Бля. Это, конечно, дебильно тут все сделано. Ну, нет! Мы не можем зайти в зону, пока мы вдвоем. Теперь пошел я. Сейчас бы оранжевому отойти, на самом деле. Тут как раз я смогу зону задержать. У меня все-таки 15 юнитов. Главное оранжевому не заходить сюда.
сюда вот мы юниты какой-то смотались все. Вот оранжевый, блин, мы сейчас друг друга будем воевать. Боже, какой оранжевый дебил просто. Он не понимает, что... Пришел оранжевый, я ему кучу юнитов убил, он мне кучу юнитов убил. Зачем он это сделал? Да. Обратно территорию захватывает. Ну, короче, надо вот это вот очистить. И с этой стороны к серому пробираться. Ну, это просто этот мрак. Просто какой-то этот... У меня-то как раз с деньгами все зашибись. Короче, здесь зачищать. Но это куча еды требует от оленя, конечно, эти территории захватывать. О, что-то он такой раненый. Голодал. Ну, мне надо вот сюда. У меня по территориям. А что вообще по победам? Угу. Ага. Четыре волка, четыре гоблина и вот это говно. Я сам решил победить. Где тут? Мне не хватит на территорию. То есть я так понимаю, что у оленя начинает не хватать еды на захваты территории, поэтому он начинает на меня пальцем указывать. Хорошо, это хорошо. Ну блин, у него тут осталось раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, я, кстати, не знаю, сейчас построю алтарь канунгов и посмотрим.
Блин. Что тут? Лечилка поломалась. Не, не, вообще не будем ремонтировать дальше. Или отремонтировать. Не, ладно, отремонтируем. Башню надо отремонтировать. Что лекари еду собирают. Ладно. Так, золото. Ну и что с алтарем? 80 и 85. То есть у него территории все-таки больше. У него все-таки больше территории. Пожалуй, тут подожду его. Он, наверное, там территорию хочет захватывать. Не, ну у него тут вот аллеи, эти волки, например, есть для захвата территории. Слита армия. У него было на два больше силы. Ну, блин, вот какая у тебя соседи дебилы. Что поделать? Как вот добраться до человека? Никак. Не, еще 4 территории, это без шансов, тем более, видите, он сейчас еще начинает отбирать у меня территории. У меня тут наука стоит, да. О, у меня тут еще, кстати, не исследовано. Еще имеется. Сколько у него тут юнитов? 7. То есть его минус бонусом. Не, не хочу я юниты делать. Пускай захватывает, пускай. Ох.
Я просто не могу его уничтожить, блядь, он слишком далеко находится. Я за дальность имею штраф к силе юнитов. Ну, то есть я могу вот эту ему армию уничтожить. Ты что, я дальше пойду и ничего не могу сделать? Так как у него штраф к силе будет, то нормально. Правда, у него при этом будет... Все равно надо атаковать. Вот у него, видите, кровавая баня. Побежали, побежали. Должны берсерка убить, кстати. И... Ну. Блин, не убили. Не знаю, бьется ли башня или нет. Башня не убилась. Не успевает он мне урон на... Не, бежим, бежим, бежим. Забавно, у нас тут гонки, конечно. Пятеро. Ну, с пятью я справлюсь, я думаю. Починил башню? Нет. Не, ну не побегу я уже туда. Да ладно. Нет слов. Как можно быть таким уродом, вот как оранжевый? Так, 11. Куда ты вошел? Ну, тут уже серый победил, все. Тут как бы, понимаете, на этом мои полномочия, все. Просто чувак решил меня убить и все. Здорово. А, не успел. А, успел.
Кто у меня еще есть? Взял оранжевый, напал на меня. У серого здесь просто никакой сосед синий. Этот зеленый просто сдался, ушел из игры. Все равно получаю плюс 5 к рейтингу, но... Ну это ФФА. ФА, да я до серого просто никак не мог добраться. Так, ну, веселая игра, тем не менее, получилась. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры, становитесь фолловерами на Твиче, подписывайтесь на Ютьюбе. Я думаю, что этот стрим должен и на Ютьюбе самим, самым появиться. Все, всем пока.